Долгожданные инфраструктурные объекты появятся и в областной столице. В адресную инвестиционную программу Верхневолжья включен новый объект – строительство автодороги с путепроводом через Октябрьскую железную дорогу в районе улицы Фрунзе в Твери. Эта трасса будет проложена в рамках строительства западного моста. Напомним, что помимо его возведения речь идет и о других объектах, в частности виадука на Горбатке. Он давно является одним из самых трудных мест на транспортной карте Верхневолжья. Сооружение не справляется с транспортным потоком и к тому же конструкции сильно изношены. Однако закрывать его на реконструкцию можно будет только по завершению того самого нового транспортного узла, который соединит микрорайон Юность и Петербургское шоссе с пересечением Октябрьской железной дороги. Ключевые параметры, которые сейчас закладываются в проект, это движение со скоростью 80 км в час транспортных средств, это две полосы плюс двухстороннее движение, создание возможной резервной полосы для проезда спецтранспорта, это скорая помощь и, соответственно, структуры оперативных служб. И, конечно, это пешеходные дорожки, это тротуары шириной не менее 2 метров. И уже в конце года, я думаю, что первая техника у нас будет на территории, уже начнется активное строительство. Сдача этого объекта 24-й год, март месяц, ну, первый квартал. Надеюсь, что рабочее движение мы откроем до конца 23-го года.